Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны. Для меня огромная честь стать послом одного из них – города Сочи, отметил фигурист. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение. Город Сочи теперь у всех ассоциируется не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений. 3 года назад прошла зимняя Олимпиада, в которой я имел честь выступать. А теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события. И я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории. Написал Плющенко. Евгений Плющенко стал 3-м официальным послом города Сочи. Ранее это звание было присвоено сыну прославленного советского футболиста Славы Митривелли, сочинцу Сергею Митривелли. Также послом стала знаменитая российская теннисистка, чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Елена Веснина. Золото игр первой Олимпиады.